Они многократные победители и призеры международных турниров, но ходят в обычные школы и живут в вашем подъезде. Сегодня они смотрят на Новосибирск сотен баннеров. Их установили по всему мегаполису в рамках акции «Герои с нашего двора». О федеральном проекте, который призван мотивировать подрастающее поколение к занятию спортом, расскажет Кристина Лата. Алиджон Касиров – одна из самых ярких восходящих звезд сибирского бокса. За его плечами победы на первенстве России и Европы. И если раньше этого 14-летнего парня знали лишь ценители бокса, теперь его лицо смотрит с билбордов по всему городу. Алиджон вместе с другими молодыми спортсменами региона стал героем с нашего двора. Они уже в определенном смысле герои, они достигли больших результатов. Многие из них являются чемпионами мира, чемпионами Европы, победителями первенства России, обладателями всевозможных кубков. То есть они действительно герои. С другой стороны, с нашего двора, потому что они такие же обыкновенные ребятишки, которые где-то учатся рядом с нами, где-то живут в соседнем подъезде, живут в наших дворах. Поэтому вот такой слоган у нас появился. Подобных билбордов больше сотни по всему Новосибирску. Тут и футболисты, и борцы, и гимнастки. Все они обычные мальчишки и девчонки, которые могут стать примером для своих сверстников. Больше узнать о героях с нашего двора можно будет в эфире нашего телеканала. Сегодня с телеканалом ОТС мы начинаем серию сюжетов об этих ребятах, об их спортивных достижениях, об их пути к победам, об их командах, тренерах и наставниках. И, наверное, главное, что мы хотим донести до зрителей, это то, что упорный труд, вера в себя и полная самоотдача – это всегда путь к успеху в любом деле, и особенно в спорте. Федеральный проект «Детский спорт» стартовал в нашем регионе недавно. Его первые плоды можно будет оценить уже осенью, когда начнется новый набор спортивной школы и секции. Должен благодарить вас целиком за то, что этот проект поддержан, за то, что ребята получили новое звучание, более широкий обзор. И, конечно же, очень важно, чтобы опосредованно от этих ребят было рассказано о тех тренерах, которые заколдовали их, которые привели их в залы, которые поддержали их родителей в стремлении, чтобы дети занимались. Первый сюжет из серии «Герои с нашего двора» смотрите в программе «Спортобзор» уже на этой неделе. Кристина Лата, Константин Бухтатов, Александр Ведерников и Алексей Погудин. Новости ОТС.